других выдающихся саньяси того времени, подобно расходящимся в разные стороны корням. Из ствола растут две главные ветви, Адвайта Прабху и Шри Нитьянанда Прабху. И они дают начало другим ветвям и побегам. Это древо охватывает весь мир, и его плоды должны быть розданы всем и каждому. Древо Господа Чайтанья Махапрабху опеняет весь мир. Нужно отметить, что с помощью этой аллегории автор объясняет миссию Господа Чайтанья Махапрабху. Тат Шримат Кришна Чайтанья Девам Ванды Джагат Гуру Яся Нукам Паяшвапи Махабхи Сантарет Сукхам. Я выражаю почтение духовному учителю всего мира, Господу Шри Кришне Чайтанья Махапрабху, по чьей милости даже собака может переплыть в бескрайний океан. Иногда можно увидеть, что как собака отплывает от берега на несколько метров, но потом возвращается. Однако здесь говорится, что по благословению Шри Чайтанья Махапрабху даже собака может переплыть океан. Используя эту аналогию, автор Шри Чайтанья Чаритамриты Кришнадас Кавираж Госвами хочет показать, насколько он беспомощен. Но по воле Господа Чайтанья, выраженной через вайшнавов и виграху Мадана Махана, он надеется пересечь духовный океан, чтобы дать людям Шри Чайтанья Чаритамриту. Материальный мир – это как океан, безбрежный океан всякого бреда. И чтобы его пересечь, на самом деле, нужно даже через речку бывает трудно переплыть. Через океан это вообще невозможно. Но по милости Господа все может быть. Джай-джай Шри Кришна Чайтанья Гора Чандра Джая Джая Двайта Джая Джая Нитьянанда. Слава Кришне Чайтанья, которого называют Гора Хари. Слава Адвайте Ачарье и Нитьянанде Прабху. Джая Джая Шивасади Гора Бахта Гана Сарвабхишта Пурти Хету Янхара Смарана. Слава преданным Господу Чайтанье во главе со Шривасой Такуром. Ради исполнения всех своих желаний я памятую об их лотосных стопах. Шри Рупа Санатана Бхакти Рагунатха, Шри Джива Гопала Бхатта Даса Рагунатха. Я также помню о шестерых госвами Рупе, Санатане, Бате Рагунатхе, Шидживе, Гопале Бате и Дасе Рагунатхе. Так должны писаться духовные произведения. Сентиментальный человек, который не обладает качественной вайшнава, не может написать духовную книгу. Немало есть глупцов, которые относятся к Кришна-лиле как к предмету искусства. Такие глупцы пишут об играх Господа Кришны с гопи или изображают их на картинках, иногда показывая их чуть ли не в непристойном виде. Они находят удовольствие в материальных чувственных наслаждениях. Но тот, кто желает духовно развиваться, должен тщательно избегать их творений. Не будучи слугой Кришны и вайшнавов, каким предстает перед нами Кришна Дас Кавираджа Госвами, когда выражает почтение Господу Чайтанье, его спутникам и ученикам, не стоит и пытаться писать духовные произведения. Люди воспринимают этот мир как все для их наслаждения, для их потребления, поэтому даже Господа они пытаются задействовать, то есть развешивают, допустим, дома у себя картины с ливами Кришны. Но для чего развешивают? Просто чтобы интерьер создать, да, чтобы красиво было дома. Но на самом деле, если человек вешает картину с изображением Господа, то, соответственно, он должен поклоняться этой картине, чтобы она не была просто для красоты. Понимаете, да, это очень важно, на самом деле, понять. И тут как раз Прабхупада пишет, немало из глупцов, которые относятся к Кришна-лиле как к предмету искусства. То есть мы ходим в театр ради чего? Чтобы наслаждаться, правильно? То есть посмотреть в кино, то есть какие-то актеры там играют перед нами, а мы сидим, кайфуем в роли Господа. Мы там люди тратят силы, энергию, снимают фильмы. Вот.
Поэтому очень Прабхупада называет глупцами, кто пытается таким же образом наслаждаться лилами Господа Кришны. Лила Кришна – это для него исключительно, и мы тоже для него. Эсаба прасада ликхи чайтанья лила гуна джани вана джани кари апана шодхана. Только по милости всех этих вайшнавов и гуру я пытаюсь писать об играх и качествах Господа Чайтанья Махапрабху. Сознаю я это или нет, я пишу эту книгу для собственного очищения. В этом суть духовного литературного труда. Прежде всего, необходимо стать подлинным вайшнавом, смиренным и чистым. Духовные произведения следует создавать для собственного очищения, а не ради славы. Описывая игры Господа, человек получает возможность непосредственно общаться с Ним. Не надо лелеять честолюбивые замыслы, я стану великим писателем и прославлюсь своими произведениями. Все это материальное желание. Пытаться писать нужно только ради собственного очищения. Ваш труд может быть опубликован, а может и нет, это не важно. Если человек пишет искренне, все его желания исполняются. Придет к нему слава писателя или нет, не имеет значения. Ни в коем случае не следует пытаться писать духовные произведения ради материальной славы и почета. Сан Сарасвати Такур говорил, что самое главное – это совершать киртан. Киртан – прославление Господа. Поэтому что мы делаем? Киртан может быть как совместное воспевание, да, то есть совместное пение. Также это Кришна-катха, то есть когда читаются произведения, пересказываются произведения, прославляются всячески лила Господа, его спутники. И если мы это делаем ради собственного какого-то возвышения или как работа какая-то, да, чтобы обеспечить себе бедное существование, то это совсем неправильно. Вот. И Бхактисиддханта Сарасвати Такура, он говорил, что самый лучший киртан, на самом деле, это писать книги о Кришне, потому что это требует очень такого глубокого погружения. То есть самая сильная концентрация на прославление Господа как раз во время того, как человек пишет. И эта концентрация, она как раз дает возможность человеку очиститься самому. Поэтому если человек пишет ради собственного очищения, он концентрируется, прославляет Господа, он на самом деле оказывает себе благо, а не ради того, чтобы стать известным писателем или там продать книжки, потом стать еще богатым, как многие люди делают в этом мире. Малакара своям Кришна, премамара тару своям, дата бхакта татбхаване, ястам чайтаньям ашрае. Я прошу прибежище у Верховной Личности Бога Шри Чайтанья Махапрабху, который сам является древом трансцендентной любви к Кришне и садовником при нем. Он сам раздает и сам же вкушает плоды того древа. Прабху кахиами вишвамбара намадхари, Нама Сартха Кахая, Яди Према Вишвабхари. Господь Чайтанья думал, меня зовут Вишвамбара, хранитель Вселенной. Я оправдаю свое имя, если смогу наполнить всю Вселенную любовью к Богу. Это Чинтилайва Прабху Малакара Дхарма Навадипе Арамбива Халадья на Карма. Так рассудив, он принял на себя обязанности садовника и разбил сад на Вадвипе. Чайтанья Малакара Притхивитяни Бахтикал Патара Роппила Синчичка Пани. Господь принес на землю исполняющие все желания древа преданного служения и стал растить его. Сначала он посадил семя и начал поливать его водой своих желаний. Преданное служение часто сравнивают с лианой. Семя лианы преданного служения Бхакти-лату необходимо посадить в своем сердце. Регулярно слушая рассказы о Господе и прославляя его, человек дает этому семени прорасти, постепенно превратиться во взрослое растение и в конце концов принести плод
преданного служения, любви к Богу, вкусом которого садовник Малакара может беспрепятственно наслаждаться. На самом деле, вот сравнение с растением, оно очень такое правильное, потому что все в этом мире, оно сродни вот этим бесконечным растениям. И в Бхагавад-гите есть глава о баньяновом перевернутом дереве, которое, корни которые растут вверх, а ветви вниз. То есть, и каким образом растет это дерево, и каким образом он поливается, различные мысли, мыслеформы, да, то есть человек он питает различными материальными желаниями, и это становится, превращается в некие джунгли такие. То есть в человеке вырастают целые джунгли различных материальных идей, идей материальных наслаждений, как можно упрочиться в этом мире, как прославиться, как все больше и больше потреблять этот мир и таким образом пытаться наслаждаться. Таким образом живое существо, оно выращивает в своем сердце джунгли, джунгли материальных желаний. Ну и точно так же, как растут деревья материальных желаний, точно так же можно вырастить в себе лиану преданности. То есть и для этого нужно наполнить, поливать ее мыслями о преданном служении, то есть лилами, мыслями о лилах Господа, мыслями о прославлении Господа, мыслями о служении. Таким образом, постепенно эта лиана, она заполнит сердце преданного и вытеснит все остальные ненужные растения. Но на это просто требуется время. Регулярно слушая рассказы о Господе и прославляя его, человек дает этому семени прорасти, постепенно превратиться во взрослое растение и в конце концов принести плод преданного служения. Любовь к Богу, вкусом которого садовник Малакара может беспрепятственно наслаждаться. Джая Шри Мадхавапури Кришна Према Пура Бхакти Калпату Калпатарура Тенха Пратхама Анпура. Слава Шри Мадхавендра Пури, сокровищнице преданного служения Кришне. Он исполняющий желание древа преданного служения, и он же первый росток того древа. Шри Мадхавендра Пури, также известный под именем Шри Мадхава Пури, принадлежал к парампаре, идущей от Мадхвачари, и был знаменитым саньяси. Шри Чайтанья Махапрабху стоит третьим в цепи преемников после Шри Мадхавендра Пури. Ритуальное поклонение, принятое в ученическом преемственности Мадхвачари, состояло в основном из обрядов при почти полном отсутствии любви к Богу. Шри Мадхавендра Пури был первым в цепи этой преемственности, кто проявил признаки любви к Богу. Он написал стих, начинающийся со слов «Аидина дая дрина надха». «О всемилостивый Господь, Верховная Личность». В этой стихе заключено семя любви к Богу, которое взрастил Чайтанья Махапрабху. Просто здесь рассказывается, что есть очень много, ну, сампрадаи, различных течений, где поклоняются, ну, они искренние люди признают верховенство Господа и поклоняются в соответствии с определенными обрядами. То есть различные ритуалы совершают, различные поклонения, пышное поклонение. И это, ну, хорошо. То есть, но Мадхавендра Пури, он явил, в нем родилась эта вот любовь. И говорится, что это, да, очень редкое явление. И тут говорится, что Шри Мадхавендра Пури был первым в цепи этой преемственности, кто проявил признаки любви к Богу. Шишвару Пури Рупи Анкура Пуштахаила Апанече Тане Малис Канха Упаджива. Следующим побегом древа преданного служения был Шри Ишвара Пури, после чего сам садовник Чайтанья Махапрабху стал стволом того древа. Шри Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет в Анубхаше. Шри Ишвара Пури жил
Кумарахате, где сейчас находится железнодорожная станция Кумархата. Невдалеке есть другая станция Халисахара, которая относится к восточной железной дороге и расположена на ветке, идущей от восточного района Калькутты. Ишварапури появился на свет в семье браманов и был любимым учеником Мадхавендра Пури. В заключительной части сочетания Чаритамриты в Антилиле о нем говорится следующее. Ишварапури кариши пада севана твахасте карена мала мутради марджана нирантара кришна нама кария смарана кришна нама кришна лила шунаяна кана туштахана пури тандре кайла лингана парадила кришне тамара хау премадхана сейхаити шварапури премера сагара. Когда на склоне лет Шримадхавендра Пури стал немощен и потерял способность самостоятельно передвигаться, Ишвара Пури полностью посвятил себя служению ему, так что даже выносил за ним испражнения и мочу. Постоянно повторяя Махамантру Хари Кришны и напоминая Шримадхавендра Пури о лилах Господа Кришны, Ишвара Пури служил ему лучше всех других учеников. Довольный им, Мадхавендра Пури благословил его, сказав: «Сын мой, я молю Кришну только о том, чтобы он был доволен тобой». Таким образом, по милости своего духовного учителя, Шримадхавендра Пури, Ишвара Пури стал великим, преданным, погруженным в океан любви к Богу. Шрила Вишванатха Чакравати Такур говорит в своей молитве Гурваштака: «Яся прасадан Бхагават прасадан, яся прасадан агатих кутопи». По милости духовного учителя ученик обретает милость Кришны. Без милости духовного учителя невозможно продвигаться по духовному пути. Только по милости духовного учителя человек обретает совершенство, о чем наглядно свидетельствует приведенный выше пример. Вайшнав всегда находится под защитой Верховной Личности Бога, но когда он выглядит немощным и беспомощным, это дает ученикам возможность служить ему. Ишвара Пури доставил удовольствие духовному учителю своим служением, и по его благословению стал таким великим преданным, что сам Господь Чайтанья Махапрабху принял его своим духовным учителем. Шрила Ишвара Пури был духовным учителем Шри Чайтанья Махапрабху, но перед тем, как дать ему посвящение, он пришел на Ладвипу, несколько месяцев жил в доме Гопинатхи Ачарьи. Именно тогда он впервые познакомился с Господом Чайтаньей. Господом Чайтаньей служил ему, читая ему книгу под названием «Кришна Лиламрита». Об этом рассказывается в 11 главе Адикханды Шри Чайтанья Бхагаваты. Желая на собственном примере показать, что значит быть верным учеником своего духовного учителя, Шри Чайтанья Махапрабху, Верховный Личность Бога, посетил место рождения Ишвара Пури, Кумарахати, и взял немного земли с того места. Он бережно хранил эту землю у себя и каждый день съедал щепотку ее. Об этом рассказывается в 17 главе Адикханды Чайтанья Бхагаваты. С тех пор среди последователей Чайтанья Махапрабху стала традицией посещать Кумарахату и брать оттуда землю. Ниджачинте шактие мале ханасканхахая сакала шакхарасей сканха мулашрая. С помощью своих непостижимых энергий Господь стал одновременно и садовником, и стволом, и ветвями того древа. Парамананда Пуриара Кешава Барати, Брамананда Пуриара Брамананда Барати, Вишна Пури Кешава Пури Пури Кришнананда, Шринри Симха Тиртхара Пури Сукхананда, Эйнава Мула Накасти, Сила врикша муле, эйнава муле врикша каривани щале. Парамананда Пури, Кешава Барати, Брамананда Пури и Брамананда Барати, Шри Вишну Пури, Кешава Пури, Кришнананда Пури, Шри Нарисимха Тирха и Сукхананда Пури. Эти 9 саньяси произросли из ствола того древа.
Эти 9 корней стали надежной опорой всего древа. Парамананда Пури происходил из семьи брахманов, живших в районе Трихут в штате Уттар-Прадеш. Его духовным учителем был Мадхавендра Пури. Благодаря его близким сношениям с Мадхавендра Пури он стал очень дорог Шичитанья Махапрабху. В Антиханде Читания Бхагавата есть такие стихи. Тани Сира Мадхи Ишварира Прия Патра Аранахи Экапури Госанисе Матра Дамадара Сварупа Парамананда Пури Саньяси Прашаде Эйдуи Атхикари Нираватхи Никатетха Кинаду Иджана Правхура Саньяси Кари Дандира Грахана Пуридхьяна Пара Дамадарира Киртана Ята Притти Ишварира Пури Госанири Дамадари Сварупе Отата Притти Кари. Среди всех учеников саньяси Мадхавендра Пури его особым расположением пользовались Ишвара Пури и Парамананда Пури. Парамананда Пури, подобно Сварупе Дамодаре, другому саньяси был очень дорог Шри Чайтанья Махапрабху и всегда находился рядом с ним. Когда Господь Чайтанья отрекся от мира, Парамананда Пури вручил ему данду. Парамананда Пури был всегда погружен в медитацию, а Шри Сварупа всегда повторял Махамантру Харе Кришна. Шри Чайтанья Махапрабху оказывал беспримерное почтение своему духовному учителю Ишвара Пури и с тем же уважением относился к Парамананда Пури и Сварупе Дамодаре. В третьей главе Антиканды Чайтанья Бхагавата приводятся слова Шри Чайтанья Махапрабху, которые он произнес при встрече с Парамананды Пури. Аджидганья лотчана сабхала аджиджанма сабхала амара аджихайла сарвадхарма прабубали аджимора сабхала саньяса аджимадхавендра море хайла пракаша. Мои глаза, мой ум, мои обеты и моя саньяса сегодня достигли совершенства, поскольку Мадхавендра Пури пристал передо мной в образе Парамананда Пури. Далее в Чайтанья Бхагавате говорится: Катхукшани Аньони Карина Пранама Парамананда Пури Чайтаньера Приедхама. Также Чайтанья Махапрабху принес почтительные поклоны Парамананда Пури, который был очень дорог ему. Парамананда Пури основал небольшой монастырь позади западных ворот храма Джаганатхи и выкопал там колодец. Однако вода в том колодце горчила, поэтому Чайтанья Махапрабху помолился Господу Джаганатхи, чтобы в колодец пришла чистая вода Ганги. Когда Господь Джаганатха исполнил его просьбу, Господь Чайтанья объявил всем преданным, что впредь воду в колодце Парамананда Пури надо почитать наравне с водой из Ганги. И любой преданный, который выпьет этой воды или омоется ею, получит то же благо, как если бы он испил воды из Ганги или омылся в ней. Такой человек непременно разовьет в себе чистую любовь к Богу. В Чайтанье Бхагавате в Антилиле сказано: Прабхубали Амией Ачхи Притхити, Нищая Джаниха Пури Гасанера Прити. И Чайтанья Махапрабху часто говорил: Я живу в этом мире только благодаря безупречному поведению Шри Парамананды Пури. В Гарагандеше Дипике говорится: Пури Шри Парамананда Я Сятудхава Пури. Парамананда Пури — это никто иной, как Удава. Удава был другом и двоюродным братом Кришны, а в Чайтанья Лиле Удава стал другом Шри Чайтанья Махапрабху, а также его дядей в ученической преемственности. Кешава Бхарати Сампрадая Сарасвати. Бхарати и Пури принадлежат Шингеру Матху в Южной Индии, одному из 4 монастырей, основанных Шанкарачарьей. Шри Кешава Бхарати, который жил когда-то в монастыре, принадлежал к Бхарати Сампрадае. Некоторые авторитетные источники сообщают, что хотя Кешава Бхарати принадлежал к Сампрадае Шанкары, прежде он получил посвящение от Вайшнава. По некоторым сведениям, он принял саньясу от Мадхавендра Пури, и потому его также считают Вайшнавом. Храм, основанный Кешавой Бхарати, и божество, поклонение которому он начал, по сей день находится в деревне Хатунди, относящийся к почтовому отделению Кандара в районе Бурдван,
По словам управляющих этим матхом, служители храма принадлежат потомкам Кешавы Бхарати. А некоторые утверждают, что они являются потомками сыновей Кешавы Бхарати. У него было двое сыновей, Нишапати и Ушапати. В те времена, когда Шри Бхактисиддханта Сарасвати посещал этот храм, служителем там был браман по имени Шиникади Чандра Видьяратна, один из потомков Нишапати. По другим сведениям, служители храма – это потомки брата Кешава Бхарати. Есть еще мнение, что они ведут свое происхождение от Мадхава Бхарати, который был учеником Кешава Бхарати. Ученика Мадхава Бхарати по имени Балабхадра, который в свое время также стал саньяси в Бхарати Сампрадае, было двое сыновей – Мадана и Гопала. Мадана, чье родовое имя было Бхарати, проживал в деревне Аурия, а Гопала, чье родовое имя было Брамачари, жил в деревне Дендула. В наше время жило много потомков обоих семейств. В Гару Ганадеша Дипике сказано: Мадхураям ядна сутрам пура кришная ямуни. Тадао сандипани субгут адия кешава барати. Сандипани Муни, который прежде возложил священный шнур на Кришну и Бхараму, стал Кешавой Бхарати. Именно Кешава Бхарати дал саньясу Шри Чайтанья Махапрабху. В Гару Ганадеша Дипике есть и другое упоминание о нем. Ити кичит пра хашанти крураки шава барати. Согласно другому авторитетному мнению, Кешава Бхарати является воплощением Акруры. Кешава Бхарати дал посвящение саньясу Шри Чайтанья Махапрабху в 1432 году, эра Шакабда, 1510 год, в Катве. Об этом говорится во второй части Вайшнава Манджуши. Брамананда Пури. Шри Брамананда Пури был одним из спутников Шри Чайтанья Махапрабху в те времена, когда Господь проводил киртаны в Навадвипе и позже присоединился к Господу Джаганнатха Пури. В этой связи стоит упомянуть, что имя Брамананда принимают не только саньяси Майвади, но и саньяси Вайшнавы. Один наш неразумный духовный брат критиковал нашего саньяси Брамананду с вами, утверждая, что такое имя может носить только Майвади. Этот невежественный человек не знал, что слово «брамананда» не обязательно указывает на блаженство в безличном брамане. Кришна является парабрахманом, высшим браманом. Поэтому преданный Кришне тоже может носить имя «брамананда». Недаром так звали одного из главных спутников саньяси Господа Чайтанья Махапрабху. Брамананда Бхарати. Брамананда Бхарати пришел, чтобы увидеться со Шри... Шри Кришны Чайтанья Махапрабху, Джаганнатха Дхаму. В то время он был одет только в оленью шкуру, и Шри Чайтанья Махапрабху намекнул на то, что ему не по душе такая одежда. Когда Брамананда Пури отказался от оленьей шкуры и стал носить набедренную повязку шафранового цвета, как это делают саньяси Вайшнавы. В течение некоторого времени он жил вместе со Шри Чайтанья Махапрабху в Джаганнатха Пури. Джай, Шри Чайтанья Чайтамрита Ки, джай. Всем все понятно? Харе Кришна. Хори Харая Нама Кришна Ядавая Намаха. Ядавая Мадхавая Кешавая Намаха. Oh.
Девананде Хрино, Джая Саприкара Шишчи Гуру, Гуранга Сундар Гирит Хариджики, Джая Саприкара Шишчи Гуру, Гуранга Ганхарва Гирит Хариджики, Джая Шигири Раш Гвардханки, Джая.